Привет, ребятка! И сегодня вы видите, что я на кухне! Я люблю снимать различные мастер-классы. Думаю, что вы это знаете, потому что у меня на канале их уже много, но только они новогодние. И сегодня я вам хочу показать, как приготовить картошку фри без фритюрницы. Полезную. Для этого нам нужно... Ой, что это такое? Кастрюлька и подсолнечное масло. И картошку фри, уже порезанную, видите? Дальше ставим на газовую плиту. Так, я поставила ее. И теперь зажигаем. Вот, у меня вот так вот получилось. Видите? Я поставила. Оно, видите, уже начинает. Оно очень начинает, он уже сразу начинает кипеть. И сразу же добавляем. Это обычная картошка без ничего. Просто почищенная и порезанная, как картошка фри. Добавляем ее в середину. Я добавляю пару штучек, еще немного. Так. Я добавила, и теперь она очень быстро. Это не то, что она не сварена, она сырая, она сразу же будет в масле готовиться, в подсолнечном масле. Где-то минуты 3-5. Смотрите, она уже начинает закипать. Я с вами побуду на волне, пока она будет готовиться, и покажу, какая получится. Теперь будем начинать приготовление. Я взяла тарелочку, вот такую. И вот видите, она у нас кипит. И я говорю вам, очень похоже по это... Мой собственный рецепт, я говорю вам, я нигде не смотрела его, но может где-то оно и есть, оно так и может быть, потому что во фритюре оно ж похоже готовится. Но я никуда не смотрела, я своим умом придумала. Вот смотрите. Видите, как оно кипит? Может, вам не видно, но должно быть видно. Оно у нас кипит. Дальше нужно посолить. Так, поперчить на свой вкус. Обычным перцем молотым. У меня кот мяукает. Только что кормила, он еще хочет. Это уже перец, все приправы на свой вкус. Но как картошка фри, там оно все по-обычному. Видите, оно уже начинает быть картошкой фри. Сразу. Ну, только нужно подождать, чтобы оно в середине и все было. Иногда помешиваем. Она такая хрустящая тоже, будет очень вкусно, как в Макдональдсе. Просто она будет полезна, потому что в Макдональдсе масло много раз, а здесь я 1-2 раза использую масло. Ну, в крайнем случае это 3. Это я сегодня придумала 30, сразу же приготовила, попробовала. Или будет хорошо братику своему, меньшему. Ему понравилось, и мне, и маме, и я решила снять видео. Вы не смотрите, что я в такой прическе, потому что я не успела причесаться. Помешиваем, оно как бы жарится. Вот. Мы помешиваем. Потом, у меня, видите, как настоящее получилось. Теперь попробуем.
горячая очень сильно. Она пахнет как в Макдональдсе. Пусть еще одну минутку. Так прикольно получается. Видите, не очень хорошо получается, потому что я снимаю сама себя. Вот так получается, я мешаю. Аж печет. Полностью камеру запарила. Смотрите, меня нету, теперь я есть. Все, думаю, что уже готово. Смотрите, она даже начала так немного пригорать. Теперь просто снимаем. Отжимаем, чтобы не было масла. И на тарелочку. Ой-ой-ой. Так, подождите, ребята, а то у меня перевернулось, а это все, слава богу, не разлилось. Я масла много не добавила, это может быть и хорошо. Чтобы еще раз не перевернулось. Но придерживаться не могу. Вот. Я насыпаю, смотрите, как красиво. Главное порезать ее такими хорошими кусочками. Красивыми, как в Макдональдсе. И очень аппетитно. Смотрите, ребята. Сейчас я вам покажу, какой у меня шедевр получился. Вот, смотрите. Не видно вам? Еще раз не видно. Покажу вам так. Смотрите, какой шедевр получился. Ой, летающие. Очень вкусно. Пробуйте это готовить. Это очень легко готовится. Зато полезнее, чем в Макдональдсе. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вы уже подписались? Теперь нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Все, всем пока. Пробуйте готовить. Очень вкусно.